Писем за эту неделю я получил не так много, как в прошлый раз. А поэтому я подожду, пока накопится кучка побольше, и я отвечу на них в следующей программе. Игра же, о которой сегодня пойдет речь, называется «Алоде 2. Повелитель душ». К сожалению, мы в нашей рубрике не рассказывали о первой части этой игры. Более того, ваш покорный слуга практически не играл в эту первую часть. Возможно, поэтому мои комментарии и советы могут показаться несвоевременными, но, видимо, придется нести этот крест до конца. Как помнится мне, в первой серии этого опуса на тему борьбы добра и зла, речь шла о том, как коллектив волшебников победил какое-то там зло. И, в общем, все стало хорошо. Потом все стало еще лучше, поскольку зло снова вырвалось наружу, и вот тогда и являлся на сцену наш главный герой. Все это в довольно оригинальной форме рассказывала нам заставка игры, действующие лица в которой были воплощены в виде бронзовых фигурок на старинных часах. Кстати, смотрелось это весьма симпатично. Действие второй игры разворачивается ровно через 100 лет после успешного окончания истории с первыми Алодами. Нам с вами, слава богу, пришлось ждать гораздо меньше. Итак, прошло 100 лет, и в один прекрасный день все снова пошло кувырком. Из могил стали восставать мертвые, добрый король, который правил всем государством, стал почему-то злым, и в самом его королевстве воцарился такой порядок, что крестьяне предпочитали голодать, но ни в коем случае не обращаться к королю с жалобами, потому что недовольных уничтожали целыми деревнями. И снова есть работа для героя. Итак, мы имеем дело с ролевой игрой. Правда, как это сейчас стало модно, игр в чистом виде не существует, поэтому можно смело сказать, что Алоды — это ролевая игра с элементами стратегии. Она же стратегия с элементами ролевой игры. Она же в какой-то степени квест, все с теми же элементами. В общем, называйте как хотите. Как всегда, безупречная заставка дает нам понять, что мы еще долго ничего не будем понимать, а поэтому мы тут же переходим к выбору профиля своего героя. Он может быть как мужского, так и женского пола. Это может быть маг или воин. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Воин действует силой, маг – умением. Очень многие отдают предпочтение воинам. Здесь есть два положительных момента. Момент первый. Воин очень хорош в ближнем бою. Момент второй. Если кто-то атакует вас издалека, можно быстро его догнать, и тогда снова вступает в силу момент первый. Кроме того, после нескольких миссий вам удастся спасти дочку одного астролога. Таким образом, в вашей команде появится маг, так что шансов поколдовать у вас будет еще немало. Кстати, о команде. Все ваше приключение будет состоять из различных миссий, между которыми вы будете посещать города. В каждом городе герой может пойти в два места. Первым местом для вашего покорного слуги стала таверна. Там можно поговорить с посетителями и узнать последние слухи. Посетители таверны делятся на три категории. Одни – это ваши обязательные спутники, то есть те, кто неизбежно присоединится к вашей команде по сценарию игры. Вторые наемники – это свободно странствующие воины или маги, которые самоотверженно готовы сражаться хоть с самим дьяволом, стоит им только заплатить. Третьи же, как правило, просто не прочь поболтать и в ходе беседы дать вам задания. Задания бывают всякие. Их выполнение либо дает вам деньги, либо продвигает вас поближе к разгадке основной тайны вашего приключения. Второе место, куда должен зайти каждый уважающий себя герой, это оружейная лавка. Хотя это определение несколько неполное. Скорее всего, это средневековый универмаг. Здесь, кроме оружия и доспехов, можно приобрести различные волшебные предметы, зелья и артефакты. Если вы играли в Диабло, то в этом заведении вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Итак, наши герои экипировались, насколько это позволило финансовое состояние, и со зверскими лицами вышли в лес. Почти все управление в игре осуществляется мышью. Каждым членом своей команды вы можете управлять так же, как и основным героем. Стоит только небольшой разницей, что наемники всегда пользуются тем оружием, которое у них есть. Все же остальные члены команды могут свободно обмениваться своими вещами и подбирать трофеи. Если в вашей команде есть маг, то он сам по своему почину будет лечить пострадавших в бою. Кроме того, он накладывает различные полезные заклинания на членов команды, также по своему усмотрению. Это очень облегчает вашу задачу, поскольку одному богу известно, сколько человек будет в вашем отряде к концу игры. Кстати, каждого члена команды можно пометить с клавиатуры цифрами. Выбираем героя, нажимаем клавишу Ctrl, цифра. Готово, герой имеет свой номер. Эта нумерация очень помогает при крупномасштабных свалках, которых в игре будет также предостаточно. Главное, не перепутать номера. Если вы нарвались на очень сильного или очень многочисленного врага, то его можно победить двумя способами. Если поблизости есть скопление дружественных сил, можно просто удирать в направлении этого скопления, и как только враг появится на горизонте, ваши друзья с радостью включатся в драку. Другой способ несколько сложнее. Если поединка не удается избежать, то нужно спровоцировать врага на погоню.
Обычно за вами увязывается несколько самых дурных солдат, которых можно заманить в засаду и перебить по одному. Вообще способов гораздо больше, к тому же никто не мешает вам изобретать свои. Главное помнить, принцип любого сражения таков. Если врагов много, деритесь с ними в узком пространстве, не давая зайти с флангов. Если враг один, но очень здоровый, нужно напротив выманить его на открытую местность и окружить со всех сторон вниманием. Добытые в бою трофеи можно успешно сбыть в первом попавшемся городе. Два слова о графике. Графика хорошая. Еще три слова о графике. Пейзаж в игре динамический. И еще 9 слов все о той же графике. Тени от объектов в игре падают в зависимости от времени суток. И еще одно слово. Красиво. О недостатках. Возможно, у игры Алоды 2 есть свои недостатки, но говорить о них не хочется. Например, ваш покорный слуга так и не понял, для чего нужно столь тонкое изменение характеристик каждого героя. По крайней мере, на ходе игры это никак не сказывается. Кстати, если кто-то еще не знает, игра эта сделана нашими российскими ребятами. В ней есть немножко от Диабло, немножко от Героев Меча и Магии и совсем чуть-чуть от второго Варкрафта. В целом же, Алоды 2 — это очень качественная ролевая игра. Кстати, скоро Алоды станут трехмерными. Посмотрим.